Привет всем, это Струнодёр, и в руках у меня вообще нечто. Нечто невиданное и, в общем, практически неслыханное, потому что это гитара, как написано здесь, Fender, 49-го года выпуска. Вообще, честно говоря, более старого инструмента у меня еще в руках не было. Если вкратце про историю этой гитары рассказать, значит, тут ситуация такая, что вообще это вот предтеча всех solid body гитар, которых до этого времени не было. В 48-го года существовала фирма Fender Musical Instruments, а вот в 49-м году вот они выпустили вот этот инструмент, он не пошел ни в какую серию. Вот это как бы одна из первых вообще электрических гитар цельнокорпусных. И вот это чудо у меня сейчас, вот я могу с ним всячески поразвлекаться. Значит, выглядит сзади вот так. Сделан он, кстати, из сосны американской. Гриф кленовый, без анкера, без ничего. Немножко к вопросу грифа, потому что вопрос грифа, как все гитаристы знают, он очень важный. Про корпус понятно, вырезали, вот нашли эту форму, телековскую любимую, ну и слава богу. Дальше, значит, все знают, что произошло, да? А вот в 49-м году инструменты делались вообще без анкеров, потому что Лео считал, что скалистый клен выдержит, да, вот это достаточно серьезное натяжение. Вот, но что-то вело там, не получилось. Вот, и вот, например, вот на эту гитару конкретно, потом анкер поставили. И вот чем она вот дожила до наших дней, сколько ей лет, сами считайте, 49-й год там. В общем, она в совершенно играбельном, нормальном состоянии. Один датчик, две ручечки, тембры громкости, больше ничего не надо. Вот, мне так вообще хорошо. Значит, давайте я сейчас немножко просто поиграю, а потом еще порассказываю, да? Сейчас. Немножко такой нехарактерный для, условно говоря, телеков, да, или что-то подобное. Ну, по одной простой причине, что сосна. Вот, это не ясень, не ольха, все-таки он немножко такой плосковатый, ну, на мой вкус, да. Но при этом, конечно, сосна сохла столько, что там уже резонирует все совершенно прекрасно. Вот, давай чего-нибудь еще попробую поизображать на этой гитарке. Как бы основная дилемма и почему вообще дальше эти гитары никуда не пошли, она очень проста. Вот расположение колков 3 на 3, да, как и, кстати, вот эти инструменты назывались тогда Electric Spanish Guitar, то есть электрическая испанская гитара, да, 6 струн, колки 3 на 3, ну, как все классично. Но вот эта форма уже использовалась у конкурентов, и Лео, как бы такой перфекционист, сказал, что нет, так мы делать не будем, и придумали вот ту самую форму 6 в ряд, как на телекастерах, которые вы видели, и уже сделали гитару под названием Esquire, вот, и она уже первая вот пошла какую-то серию.
теперь давайте на драйв перейдем, на этой старушке сейчас поиграем. Но звучит она, кстати, с драйвом тоже, дай бог. Сейчас я попробую. Так, драйв нам даст Трейнор Valve Custom. Valve Custom нам драйв даст. Давай, Трейнор. Вот слайда у меня нет сейчас, а со слайдом и вот с таким звуком она бы звучала просто фантастически. Даже для меня, которая со слайдом особо играть... Таким образом. Вот, кайфовый инструмент, конечно, все-таки вот сосна дает себя знать, вот, но на мой взгляд, что, ну и тут минимум чего есть, вот по игре так напоминает немножко, конечно, и Gibson Melody Maker, и, наверное, Dan Electro чем-то, вот, хотя там совершенно другая конструкция, ну такой истерический, абсолютно бескомпромиссный, наглый, такой просто прорезающий все на свете звук, вот как я, все как я люблю. На этом, я думаю, данную серию можно и закончить. Гитара вообще имеет определенное имя, называется White Snake Head. Вот, существует в единственном экземпляре. Действительно, в единственном, потому что ничего не осталось, все остальное либо распилили, либо там куда-то... ну, потому что никто, в общем, не думал, что это будет представлять когда-нибудь, видимо, такую ценность, этот инструмент. К тому же на нем можно прекрасно играть, как выяснилось. Это четвертый прототип из вот попытки сделать фирмой Fender Solid Body электрическую гитару. И вот этот самый четвертый прототип мы сегодня всячески тестировали. Вот. Надеюсь, что он еще проживет очень и очень долго. Вот. А я на этом прощаюсь. Пока-пока.